Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор альгинатной маски с петрушкой. По-прежнему многие женщины считают, что аппликация из альгинатных масок – это удел исключительно дорогих профессиональных салонов, которые среднестатической даме не всегда по карману, да и к тому же часто требуют поиска дополнительных часа-полтора для похода. Маски на основе бурых водорослей уникальны и полноценны, поскольку включает в себя весь необходимый витаминно-питательный арсенал для ухода за кожей и могут использоваться как моносредство. Если же вы желаете расширить ее косметический спектр и повысить эффективность, мы рекомендуем вам маски с добавлением натуральных растительных компонентов. Одной из таких является маска альгинатная с экстрактом петрушки. Такое уникальное сочетание не случайно, ведь петрушка сама по себе – это волшебный продукт косметического действия. Показания к применению таково: жирная кожа, угревая сыпь, пигментные пятна, антивозрастной уход, отечность. Особенно благотворное действие данной маски почувствуют на себе представительницы с жирным типом кожи, поскольку петрушка обладает способностью регулировать сальную кожу, нормализуя и приводя ее в порядок. Косметические свойства таковы: поддержание водного баланса кожи, витаминная подпитка, противовоспалительный эффект, отбеливание, подтягивающий лифтинг эффект, обновление кожных клеток, стимуляция выработки естественного коллагена, замедление процесса старения. Вот такой коробочке мы отправляем альгинатную маску с петрушкой нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!